Олег, пойми меня правильно. Здесь собралось очень много детишек хорошеньких, которые смотрят на то, как ты себя некрасиво ведешь, и берут с таких, как ты, пример. Видишь, ты взрослый. Так что задумайся. Радуйся жизни. Как-то поспокойнее, пожалуйста. Ну, можешь нам поаплодировать, мы будем за это тебе благодарны. Олег, слушай, Олег, не привлекай к себе внимания, пожалуйста, спокойно. Будь одним из этих вот замечательных людей, натяни улыбочку и своди ладошки. Но, Олег, у нас в нашем замечательном резидент-баре есть дяденька. Он такой сильный такой, накачанный такой, хороший, который может рассказать тебе сказку. Хорошо? Пожалуйста. Тихо. Спасибо тебе. А я, давайте я вас поприветствую. У вас очень тепло. Привет, Краснодар, еще раз. Краснодар — это столица Кубани, а Кубань — это юг. А на юге очень тепло, очень шумно, очень весело. Очень много улыбчивых людей. Так, давайте покажем, какие вы. Я вообще с Перми, я с Сибири, там все такие хмурые. А здесь какие? Какие вы, Краснодар? Я назад. Отлично. Это танцевальный умысел «Заряд». Основной стиль нашего танцевального умысла – это электроденс. Малоизвестная перспективная культура, с которой вы вряд ли знакомы. Но мы сейчас это все исправим. А также у нас есть множество других замечательных стилей. Ну и мы не против, если вы покажете, что вы можете на нашем танцполе в рамках нашего танцевального умысла. Олег, мы знаем, что ты можешь, Олег. Олег, я знаю все, что ты можешь. Оставайся там навсегда. Спасибо, Олег. Спасибо. У нас есть несколько примечаний. Одно из них — это наша зеленая крокодилья, дракон. Кто просит? Друзья, подождите, давайте. Стоп, Олег. Давайте прекратим клоунаду, пожалуйста, и будем адекватными, и будем смотреть на хорошие танцы, и не будем заражать глаза наших детей. Так? Вот покажите лакоста кто-нибудь, этого крокодилия. Максон, где лакост? Вот же лакост. С помощью этой замечательной коробочки зелененькой мы покупаем футболочки, линолеум, колоночки, покушать, попить водички. Так вот, и что же еще? И кроссовочки, конечно. У Максона, посмотрите, какие кроссовки. Давайте поаплодируем для его кроссовок, пожалуйста. И давайте пожелаем ему купить новые кроссовочки и поможем ему в этом. А также я вам напоминаю, что место, где мы здесь все находимся, это улица Красная, 81/9, арт-бар «Резидент». Там вкуснейшая еда. Да, давайте похлопаем для «Резидент-бара». Там приветливейший персонал, холодная водичка, кондиционер, напитки самые, ну я помню, вот, я не знаю, там лучшие напитки прям, там делают такой кофе, такой мохито. Так что заходите обязательно туда, и давайте мы все подойдем еще чуточку ближе. Олег, помни про дяденьку. У него он большой репертуар, он много сказок знает. Давайте мы начинаем. Валентин, включаем музычку. Давайте похлопаем Казику. Газон на танцполе. Хоп. Yeah.
Спасибо большое! На танцполе дипломированный специалист!
стоп. Так, так дела, понимаете, по-человечески просто не делаются. Видели, что это было? Мы продолжаем? Thank you.
крик, спокуха, подожди. Вам понравилось?